Вот такая машинка стала после первого номера. Теперь пора переходить к следующему этапу полировки. Берем вот такой полирольчик. Вот она шкала абразивности, то есть средней абразивности. Круг берется уже помягче, тоже средний. Вот на таком аппликаторе приклеен он на липучке. И переходим ко второму, более щадящему этапу полировки. Надеюсь, машинка заблестит еще лучше и что-то еще удастся сделать получше, дополировать, заполировать, хотя уже, в общем-то, машинка загорелась. Начинаем работу. Наносим полирольчик на аппликатор. Тут же промакиваем по детальке. Можно начинать полировать. Заднее крылышко уже полирнул. Наносим на следующую детальку полироль. И продолжаем в том же духе. Не торопясь, потихонечку, дабы на кромках, на краях не накосячить. Все надо делать предельно аккуратно. Тогда и результат будет хороший, и не будет сожаления о том, что поторопился. Работа движется потихонечку. Осталось на этой стороне крылышко полирнуть. Здесь, конечно, придется смывать, стирать вот эти разводики, которые остаются. Вот. Это где-то, можно сказать, грязь, где-то частички лака остаются. Ну, в общем, то, что надо убирать. А так, конечно, уже машинка похожа на то, что ее хорошо помыли, почистили, поблистили. Вот. Ничего, все будет хорошо. Будет красавица. Прошел я. И этот бок, и бампер вот сюда по фаре вторым номером. Здесь просто посечено настолько сильно, что нет смысла тратиться на полироли, на прочее. Прошел всю машинку, все бока вторым номером. Заблестело. Теперь отмываемся, очищаемся и проходим третьим номером. Снимать я этот процесс не буду, поскольку смысла я никакого не вижу. Одно и то же повторять как бы визуально не видно. Уже финишная это будет съемка машины. Мойка и потом убирание голограмм и, как говорится, съемка результата на финише. Вот. Следующая серия будет про полировку капота. На этой машине вот этого красивого, сейчас он грязный, некрасивый. Вот, ну, попробуем его немножечко реанимировать, чтобы он заблестел. Вот, насколько это удастся, посмотрим.